Ну и всем приветствия. Что ж, посмотрел, мы, оказывается, не так уж и много времени это дня отняли. Так что решил даже не ждать начала следующего. Поэтому бежим смотреть, что у них там за полный беспредел. Looking for you, Zoe. I think I'm in love. Don't be ridiculous. Haven't you heard? Heard what, my love? The school has broken out into a massive fight. Every gang and faction is fighting each other. What? Yeah. Oh, man, I gotta go. How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup. Where's Russell? Where's your buddy Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meat slaughterhouse, hiding from the cops. He's worried about going to prison after stealing that bike. Russell can comprehend prison? Wow. Look, I'll see you later. Well, what about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. Даже не знаю, как на это реагировать. Ну ладно, влюбился паренек, бывает. Да что, что? Я не понимаю, что за фигня вот с этим местом конкретно? На нем вообще двигаться невозможно. Да, да ёпарас это. Так, стоп, так вроде Рассел отсюда убежал. Спасти с завода? Ну, нас так и так засекут, поэтому... Просто позлимся опять на тупую камеру. Да ты издеваешься, вот взял, повернулся, гад. Ну хорошо, хоть по стелсу не заставляет это проходить. Хотя, конечно, бегать от них тоже неохота. Так, стоп. А, внутри. Jimmy, there you are. I don't know what to do, and I smell like meat. Ты куда? Блин, гений! Ну хотя, чему я удивляюсь? И куда все копы испарились? И на Рассела им плевать, да? А вот на нас нет. Да-да, конечно, за нами-то погонятся. Going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. He's the one causing all the trouble. The kid's a complete psycho, and now he's got the teachers and prefects on his side. So? So, we run in there, try to stop the fighting, and find a way to deal with Gary. All right, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. Cool. Then it's a plan. Damn, they're locked. Don't worry, Russell will get it. Kinda hurt. Edgar, we'll take out the gang leaders. Without them, Gary's got nothing. Так, замечательно. Итак, хотел отметить, что, по всей видимости, да, по замыслу авторов, как раз-таки сразу вот за той разборкой вот идет вот это вот событие. Ну, по крайней мере, ощущение именно такое. Я так понимаю, вот эти вот четыре точки, это как раз-таки лидеры, да? И что один из лидеров делает в женской общаге? Everything went down the toilet. I beat you once, I'll beat you again.
Да, блин. Не, бесполезно. Вот ненавижу противников, на которых, ну, тупо не работает прием. Просто потому что, пока он замахивается, противнику фиолетово. Жаль, Рассела немножко помяли. Так, сейчас, так понимаю, идем к ботанику. Значит, мы будем направляться на тех, кто как раз-таки против той группировки, в чью обитель мы идем. Да, Рассел тоже закончил. Хорошо. Так, интересно, кто мог напасть на мажора? Кто у нас там еще остался? Понтовых мы уже видели, качков тоже. Ботаны? Хотя, может, и нет. Возможно, эти мажоры сами по себе решили отколоться. Что-то они как-то не очень дружат с головой, так понимаю. Ладно. На самом деле, вот как раз вот это вот самое главное гнида. Помнится, с ним больше всего проблем было. Да, блин, ударь. А, как же это неудобно сделано. Вот, и вот, им просто похер. Он пробивает комбинацию, ему тупо похер. Мы почему-то так не можем. Спасибо, Рассел. Ну серьезно, какого хрена его настолько убыточно муторным сделали? Вообще невозможно нормально сражаться. Я говорю, ладно с уклонением, но он даже просто, когда его бьешь, он тупо игнорирует и бьет в ответ. Ну да, я был прав. Мажоры сами по себе решили отколоться. Значит, там будем бить ботанов. Ну да, я, конечно, опять все время забываю, что у нас вообще-то есть куча всяких. Это на меня его кинули? Угу. А видимо в это время городские наводили порядок непосредственно в школе, да?
Хотя здесь все еще бардак. Ну, а с другой стороны, а как иначе? Мы, конечно, лидеров подпинали, но эти лидеры сейчас сказать ничего не могут. Блин, закрыто. Why'd you do it, Gary? Why not? I won! I tricked everyone! Starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects! Me! I won! You are sad, man! I might be sad, but I run your world, moron! And don't you forget it! You did all my dirty work for me, Hopkins! You're like a puppet, only dumber! Whatever! Let's finish this! Я так понимаю, у нас, да, все вооружение отняли. Значит, просто идем напролом. Нам ничего не остается. Да поднимись! У меня такое ощущение, что он вообще должен нас кидаться чем-то. Вау, промахнулся. Интересно, а как это уклоняться? Кстати, он получил полбу кирпичом, и ему не так уж сильно поплохело. Так, я так понимаю, что-то из этого сейчас срываться будет, да? Ну да. Хорошо. The thing is, if I win, you're just another punk. You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy! Why'd you do it, Gary? Because I can! Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great! But I never did anything to you! You would have if I'd given you the chance! Face it, I'm smarter than you! Oh, congratulations! You're smarter than me! You hate everyone and everyone hates you! Genius! The head likes me! I tied him up, turned his dumb school into a battleground, got kids expelled, unfairly, put several others into therapy, and he still likes me! You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! Вау!
Мне кажется, здесь какой-то анимации не хватает, чтобы он нормально подходил. Ну что, он внезапно телепортируется и начинает нас душить. Ну, точнее, Джимми. Смит! I heard the whole thing! You're expelled! Come and untie me, boy! Yes, sir! Sorry, didn't see you there. You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. What a hero. A lone wolf. Uh-huh. Well, no. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Like this girl, Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he rots in hell. And a guy named Peter Kowalski, good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Why, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now, about that letter to my mother... What letter? Finally, everything is sorted out, more or less. I mean, I don't want to вот say we're going to live happily ever after or anything like that, but life is certainly going to get easier. Так, ну что ж, думаю, что-нибудь в впечатлениях и мыслях такие сформирую, но не прямо сейчас. Как-то я не ожидал, что мы вот так вот резко внезапно в финал влетим, потому что, ну, по сути, нам еще вроде бы не то чтобы особо раскрыли как раз-таки вот Зои, то есть с Питом-то ясно, он с самого начала, а вот Зои как-то буквально, по-моему, в паре миссий, да, она действительно хорошо помогла Джимми, но вот конкретного раскрытия ей вроде бы как не дали, поэтому как-то... Слегка рисковато вот это произошло. С другой стороны, возможно, это просто чисто субъективное шаблонное восприятие, что вот должны быть какие-то определенные вехи преодолены, что вот обозначить завершающий этап. Так что в этом плане, наверное, даже наоборот хорошо, что ты просто идешь, не ожидаешь, и вот такая вот фигня происходит. То есть, по сути, ты не ожидаешь примерно как и Джимми, что вот такая вот дичь начнется. Так что, возможно, это хитрый план. А возможно, у меня это уже СПГС. Ну, так или иначе. Я так понимаю, на этом игра завершается. И на этом, пожалуй, все. А, ну и да, разумеется, кто пожелает, может досмотреть титры.